Добрый день, сегодня пришла небольшая посылочка, тут эластичный экспандер. Ну такой женский. Сейчас его откроем, заказывал за $2, 11.11. Тут кажется 2, где 1, а 2 даже. А что это за экспандер? Написано. Вот, что здесь написано. Нарисована женщина сильная. Так. Открою один. А что это? То есть это значит, каждый спандер стоил на тот момент дом. ЕПН я тогда на этот спандер не использовал, потому что там было заранее покупать. И кэшбэка я не получил. Ну, внизу будет ссылка на кэшбэк, на сервис. А, довольно жесткий. Дай мне. Подожди. Сейчас мы его испытаем. Ребенки вот пахнет резиной. Исключительно резиной. Такой запах. Реально жесткий он. Я думал, он будет намного мягче. Вон. Реально можно заниматься. Сейчас вот. О, давайте. Кажется. Тяжело? Вон дети не могут растянуть. Хотя они довольно сильные. Один из них 5 раз уже подтягивается. Петя, ну как? А сейчас какое-нибудь еще упражнение. Какое-нибудь. Давай показывай. Такое упражнение на трицепсы, да? И давай ты. Вот. Мой качает. Ну как вам эспандеры? Хорошие. Что-то я заказывал маме. Реально жесткие. Можно заниматься такими. Стоят они недорого. Ссылка будет на продавец в описании. Также будет ссылка на кэшбэк EPN сервис. Регистрируйтесь и реально получайте скидку. Скидка на Алиэкспрессе, они пишут, что до 90%. Ну, в реале получал, вот, допустим, за товар за $10, я получал $1, не возвращался. Кстати, заметил надпись Medium, то есть это средний, есть еще жестче. А если легкий? А легкий, я не знаю для кого.